Калмыкии определен участок под новый полигон твердых коммунальных отходов, сообщил в ходе своей пресс-конференции прокурор Калмыкии Евгений Курмаев. В прошлом году межведомственная группа в составе органов исполнительной власти и контролирующих ведомств провела соответствующие работы, выбрав подходящее место под строительство. Земельный участок близ аэропорта, который входил в план развития региона ранее, был исключен из-за изменения законодательства, связанного с воздушным пространством, запретом на строительство полигонов вблизи комплексов, обслуживающие воздушные судна. Задача номер один на сегодняшний день и правительства республики, в том числе наше, это полигон. Тот полигон, который на сегодняшний день единственный есть, он уже практически заполнен. На сегодняшний день земельный участок уже такой отобран, он находится в аренде. Соответственно, сейчас идут переговоры с арендатором именно по межеванию, выделению участка по строительству нового полигона.